Ну-ка, Серегин, гон, давай, что-нибудь погони. Только не еще раз, что это за книжка? Речь шла о будущем. Есть прямо такой фильм. Это или разные вещи, книжка и фильм. Но для тебя отпускай будет про книжку, я не фильм. Что за фильм, ты что за книжка? Это, она синтезирует искусственных людей, то есть из нано-белков сшивают такие эти пластиковые кости, на них наматывают ткани синтезированные. А потом им просто в то место, где мозг, вставляют такую супер-пупер микросхему, туда записывают, биоробот. И они такие ходят, да, такие роботы. А причем такие это даже не я придумал, это суррогаты. Это было в фильме, сериал «Мир Дикого Запада». Всем весьма рекомендую, хотя бы первую. Какого года, простите? Это было, наверное, очень давно. Не очень, это как раз было не... Ну, по нынешним меркам, это было, может год быть... Год какой? Седьмой, наверное. Я его год назад начинал смотреть, там несколько сезонов. А он американский? Я думала, да, он американский, «Мир Дикого Запада». Не надо мусор. Надо мусорить, да, типа, если вы не любите все американское, кстати, российское тоже, что-то такое есть в подобном же стиле, тоже какая-то фантастика. Тоже вот. Какая-то фантастика. Именно сериалы. Сколько сериалов, а сколько там серий-то? Много? Много. Сериалов. Марина, будешь читать свои стихи? Птица Говорун стоит целого запаха. Птица Говорун, да, монолог параноика тоже прочтем. Когда ты прочтем-то? Давай я тебя уже стала записывать. Я стал уже, то есть уже можно начинать читать. Да. Да, потому что да, Марина на выступление была, а Серегиного еще не было. Что? Это твое его, да, его... очень свеженькое, но оно... Но уже не успела прокиснуть. Я понюхал бумажку. Пахнет... Нес ее под курткой. Пахнет едой какой-то. О, это сигнал от вселенной. Да, что пора читать. Да, топора какого-то пора. Давай. Не про топора, а про что пора. Давай, давай. Вот. В общем, называется стих про не то. Давай, давай. Неважно что, неважно как. Но где-то что-нибудь не так, и где-то что-то ты забыл. Я встану, чтобы дышать удобнее, и где-то что-то ты забыл, и где-то кран ты не закрыл, и где-то кнопку не нажал, и где-то ключ не довернул, и где-то вбок течет вода, в тиши замкнутся провода, и тихо в дверь проникнет вор, и в темноту упрется взор. Слова и цифры ты забыл, возможно, дверь ты не закрыл, все твои мысли ерунда, в тиши дымятся провода. Не слыша громких воплей, стой, на гвоздь наступишь ты ногой. И Анна масло разольет, как будто током долбанет. И ты уронишь молоток, прольешь за шиворот компот. С рожей ты ударишь в грязь, нейронная прервется связь. Отлично, и напряжение перепад сожжет впустую 1000 ватт. Ты будешь в этом виноват. Беззвучно рушатся мосты, и в этом виноват лишь ты. Ты нас себя заставил ждать, тебя мы будем обвинять. В вину вменяется тебе, что ты противишься судьбе. Неважно что, неважно как, но где-то что-нибудь не так. Все. Все. О, пятерка тебе, пятерка. Если что-нибудь не так, можешь что-нибудь добавить. Прикольно. Ничего не изменить. Мы будем обвинять. Что-нибудь такое. На базового Дон Кихота не похоже, с базовой интуицией. Это Бальзак, Бальзак. А у Бальзака тоже базовая. А вот походит больше на болевую, что не люблю, когда не так. Стихотворение про то, что интересно. Про перфекционизм. Люблю, когда не так. А это уже, да. Это же на волю, так сказать. Это уже на вольную трактовку этого... Воспринимателя. Слушателя, да. Воспринимателя. Многоплановое. Это что-нибудь не так. Да, это тут... Не так. И все-таки для тебя-то это хорошо, где-то что-нибудь не так. Нет, смотри, как интересно, скажем. Все ужасно, да. Будет еще хуже. Печаль. Там типа на гвоздь, на бой, то есть какие-то хреновые штуки. Оптимистичный стих, короче. Ты будешь.